Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Cloud Shelter. Мы продолжаем играть. Так. О, нормально, 11.13. Так, собрать свечу. Костюм священника. Все. Ай, мама. Не хватает места. Печально. Блин, чё? Максимум у вас нету. Тебе тоже уровень, да? Так. Вот максимум не написано. Так, я просто уровень. Так, что будем делать? Народ спрашивается, улучшать хранилище? Блин, а он у нас на максимум. Ага. Ладно. Давайте просто еще одно построим и все. Вон кладовая. У нас тут двойных этих. Ставь не хочу. Как говорится. Народу только бы еще найти. Да. Бля, чуваки, а чё вы никого не позвали? Чё, не нашли, что ли, никого? Ладно, чувак, заходи тоже. О, ржавая книга. Блин, а чё ржавый? Не мог чертёж нормального найти. Обязательно надо ржавого. Да. Чувак, что у тебя за попугай? А он ничего не дает. Так, это урон. Так, есть попугай, который... Ой, не попугай. Блин, а куда вы пошли? Ой, ё-моё. О, вы, кстати, сейчас первый раз увидите, как... Когтей смерти. Стоп, чувак, я ж тебе давал животное вроде как. Где животное, скотина? Ты просрала животное? Блин, а чё, так можно было? А, нет, стоп. Нет, подождите, это тот же попугай. Где моя собака, твою мать? И ещё что-то я там давал. Скотина. А, вот, стоп, моя собака. Чё ты даешь? Скорость снижения радиации? Да пошла нафиг эта радиация. Вы эти, блин, никогда не тратите. Так, ну чё тут не подохнешь? На тебе стимулятор. А то тебя воскрешут потом. Хотя у тебя первый уровень, конечно. Блин, свет погас. Да, вот видите, эти чуваки опасные. Я и говорил. Блин, а у кого же еще-то одно животное было? Я ж помню. Оружие будет сломано. Ты нажмись, ты. Все живы. Чувак, очень. Так, ладно, чем там еще нет?
Сдохните уже. Обычно сдохнет. Все, нормально. Отстрелялись сегодня. Более-менее. Вторая атака. Так, а у нас 19 косарей, я так понимаю, да? Стоп. Блин, чья собака? Всё моё. Кто бездельничает, а? Расстрою должно быть. У тебя пугай. А, вот я так. У тебя вот эта собака. А, ну вот, все нормально. Вернулись они с животными. Ну и что хочу сказать? Снова в путь, снова в путь. Так, я буду им выдавать по 20. Того и того. Так, по 20. Пошла на разведку. Еще здесь. Ты, да? Нет, не ты. Тебя. Так, нам нужно... Ага, где-то не знакомиться. Ага, вот он. Так, ну все, двигатели дали в этот раз. Так, стимуляторы. Давайте еще парочку сделаем себе. Ну, вот, нужно 40. Ну че вы на 20%? Ты вафли, что ли? Так. Да блин, уйди ты. Смотрю, у тебя два раза. О, 9-11. 3-5. Блин, ну я не знаю, менять ли мне 3-5 у меня. В общем-то, везде такая хрень. Давайте менять только если там 0-3, например. Вот такие вот можно. Так, у тебя нормально? О, слушай, у тебя вообще вафля. На тебе хорошие. Это... У всех посмотреть. На самом деле. Так, стимуляторы. Давайте стимулятор зарабатывайте. Так, скорее. Так, ладно, давайте. Так, все нормально. Тоже нормально, более-менее. Вообще неплохое. Блин, с энергией посадки. Да ё-моё. Давайте я вернусь. Ой, где он? Вот. Забацаем. Так, что я смотрел? Ага. Так, давайте уже этот ряд полностью зачистим. Ну, не зачистим, посмотрим, чего. Я помню, да, вот еще у тебя такое вот хреновенькое, на тебе написано. Вот, потому что 0 это уж вообще трешак. Кулак, блин, сильнее. Так, ну 3-5, ладно. 4-6, нормально. Вот, у тебя тоже 0-1, да? Я их просто выдавал, я помню, что я их выдавал, когда у меня не было совсем ничего. Вот, я считаю, что это лучше, наверное, чем совсем. Ну, в кулаках. Вот, я их, короче, выдал. Ну, в общем-то, вот это оружие у нас теперь будет идти на продажу.
Так, на тебе тоже покруче, пока есть. Так, тебе и такого хватит. Это нормально. У тебя тоже. Так. Опять где-то ша стоит. Мало места, ну. Так, нашли на очередного убора. Или как там его правильно называть, я не знаю. Так вот, чем мы занимались? Так, ну давайте по кухне теперь пройдем. Блин, что у тебя? 3-5. С ним. Блин, нет, не сразу писать урон. 2-3, ладно, с тобой. 5-6. Улучшенная охотничья. Так, ладно, эти более-менее выглядят прилично. Вот, скорее всего, там что-то нормальное сорвано. Сколько я помню? 4. Так. Ой. Так. Чайная кошка. Сам не понял, как я его открыл. Что ж ты делаешь-то? Три-то. Ладно, фиг с вами, у меня уже мало. Оружий, походите с этим. Это что за хрень? Ой. О, кстати, песик. Снижение радиации. А кто у нас на двери стоит? Чувак. На тебе. Собаку. Так, и чё, давайте вот этот чувик тоже отправим с попугаем. Вот, по 20 тоже вам выдадим. Угу. Так, разведка. Так, пойду я уже смотрю. Ага, опять в лифте сидел. Так, нормально. Уже 20 косарей у нас. Вот. Тебя чё? Ну ладно, надоело мне смотреть, короче. Это долго больно. Так, ну чё, давайте эти замутим. Чё мы там замутим? Нам нужно по 20 штук каждый год. А у нас тут, напомните, 13 и 20, да, нам нужно еще
Вот так 7. То есть 2 раза. Ускорить. Ой, то есть 3 раза. 3 раза ускорить. Так. Да, все-таки хорошо, что я поставил 2 эти. 3 эти. Да блин, ну чё, второй раз в Африке. Так, что мы можем построить, что мы можем убить? Эти прикинь. Нам нужно 8 жителей, я так понимаю, да? Чтобы открыть следующую эту комнату. Да, давайте, знаете, что сделаем? Улучшим генератор, пожалуй. То у нас энергии посадки, он, конечно, 6 тысяч стоит. О! Сразу так поменялось немножко. Блин, а сколько еще раз стоит? Ой, ё-моё, 18. Пипец. Пипец. Ладно. Давайте вот это тоже лучше. Блин. Тоже 6 тысяч, конечно. Это вообще-то лучше, да? Вроде то. Так. Так вот. И у вас тоже 18 сейчас, да? Да. Фиговенько. Уж так дорого. Так, и я хочу кладовую улучшить. Правда, тут никого нету. Сразу вот так вот. Так, а это у нас улучшено, да? Нет. Блин, все, деньги, короче, кончились. Ну ладно, короче, собственно, мы с оружием у нас получше дело стало. Знаете что, давайте продадим все оружие, которое мне не нравится. Блин, как здесь продавать? Напомните. Ой. Что это такое? А? Да блин. Где-то там. Во. Вот тут вот можно продавать, хотя. Ну блин, ну вот такой вот я точно продам. Все 5 штук. Значит, оно нужно. Такой вот можно продать. Вот такое можно продать. Чтоб место не занимало. Вот такое можно продать. Такое. Такое. И такое. Давайте еще вот таких. Так, ладно, эти хрен с ними пусть будут. На всякий случай. Эти тоже, ладно. Пускай. Вот, чтобы места было на складе чуть больше. А то сами видите. Идем. Так, давайте все-таки до конца улучшим. Где там наша это склад наш? Вот. Все, пускай вот так вот будет и нормально. Так, и что у нас там? Вы так и не смогли ничего сделать. Давай. Так, ну вроде нормально. Где там наш этот с животным? Так, не с этим животным. Быстрее так найти. Путешествует. Дверь. Путешествует. А где? Ага, вот. Чувак. Гоу. Тоже путешествовать. Нам нужны бабло. Так. 20 штук давайте выдадим. Каждого этого.
И нормально, пускай идет на разведку. Вот, ладненько, ребята, я на этом выпуск заканчиваю. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был психиатр.